Глава Брянской метрополии также принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В канун праздника митрополит Брянский и Севский Александр с духовенством почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. А в сам день Великой Победы архиерей принял участие в параде поколений и торжественном митинге. К поклонному кресту памятника воинам-водителям, расположенному на въезде в Брянск, священнослужители возложили венок и цветы и пропели вечную память вождям и воинам, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим. Военный оркестр исполнил грезы Роберта Шумана. Вспоминаем их прежде всего молитвенно, просим, чтобы Господь покоил их души в селении праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыханий. Мы возлагаем поклонного креста близким и стараемся это передать и детям своим, и внукам, и правнукам, чтобы они всегда помнили подвиг нашего старшего поколения. Празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Брянске началось рано утром с церемонии возложения цветов и венков к воинскому захоронению в Советском районе и на площади воинской славы. Затем началось праздничное шествие по Центральному проспекту, которое возглавили БТР и знаменная группа. 566-го отдельного военно-транспортного авиационного полка. Во главе парадного расчета заместитель командира полка подполковник Евгений Зайцев. Самых почетных гостей, ветеранов Великой Отечественной войны, приветствовали жители Брянска, в том числе самые маленькие. Дарили цветы и тепло, благодарили за победу. Завершился митинг вальсом Победы, как и весной 1945-го. День Победы мне было 13 лет. Я хорошо помню, как это получилось. Начало войны было 8 лет мне. Я родом Сокольня, Слобода. Это Жирятинский район. Вокруг моей деревни лес. Там партизанщина была хорошая. Так что мы партизанам помогали. Ну, я пожелаю всем счастья, здоровья, День Победы. Чтобы помнили, вспоминали своих отцов, как они сражались. Вот здесь большинство сидит наших узников, которые еще живы. Мы последние те, которые прошли войну. Помним ее. И думаем, чтобы войны никогда больше не было. Счастья вам всем. Здоровья и с праздником.